Молиться, не покидая место работы. Теперь такая возможность есть у офицеров службы исполнения наказаний. В управлении ФСИН России по Ивановской области открылся домовый храм. Работать он будет по будням. Сотрудники смогут поставить свечку или поговорить со священнослужителем. Отец Александр – помощник начальника УФСИН по вопросам верующих. В управление он приходит дважды в неделю, чтобы причастить сотрудников и дать им возможность исповедаться. Напомним, молельные комнаты или храмы для спецконтингента есть во всех исправительных учреждениях региона. Сегодня торжественное открытие, присутствует митрополит Иосиф. Но это очень стимулирует сотрудников к правопослушному поведению. Это в целях организации воспитательной работы с личным составом. Ну и плюс ему в помощь у нас отдел по работе с личным составом занимается непосредственно этой деятельностью.